Привет всем! Очередное утро, я снова в машине, значит, я куда-то приехал. Сейчас 11 утра, потому что я несколько опаздываю, поэтому буду рассказывать на ходу. Итак, мы находимся на парковке торгового центра «Метрополис». Почему мы здесь? Почему в 11 утра нам нужно быть на парковке «Метрополиса»? Дело в том, что у нас есть знакомый Саня, у нас есть знакомый Яра, который, собственно, наш оператор, который снимает все эти крутые супер-мега-ролики, которые вам нравятся. Вот. И он время от времени проводит тренировки в магазине Рибок в «Метрополисе». Но ему можно, потому что он работает персональным тренером, поэтому ему это простительно, как бы, но фитнес-индустрия, она такая. Вот. Хотя Яра клевый чувак. А сегодня его не будет. И он попросил Саню подменить его. Поэтому, по идее, сейчас мы придем в магазин Рибок, а там будет Саня. И он будет проводить тренировки для людей в магазине. Естественно, это не ради денег, а просто потому, что Саня хороший товарищ и выручает своих товарищей в беде, когда им надо помочь. Но это не делает эту вещь не смешной. Господи, они уже там. А вот мы в Рибоке. Я проснулся ради такого дела. Я не мог пару месяцев к Яре собраться, но раз тут Саня. Кто умеет отниматься? Где идет? Все вот это знает? Пока у них там организационный момент, я покажу вам одну вещь, которую меня почти уломали я купить. Думаю, по 12 килограмм много, да, Гири? Гири по 12, такие, по 6, да, маленькие, отлично. Давай. Вот он, Конор Макгрегор, звезда UFC. Блин, почти, на самом деле, почти не купил футболочку типа такой, чисто потому что на ней был Макгрегор, но в последний момент я понял, что я тупо разводил. Это маркетинговый ход, они хотят меня убедить купить ее, но мне не нужна футболка. Если только, конечно, Рибок меня не спонсирует, но Рибок меня не спонсирует. Это видео, кстати, вообще не проспонсировано, просто мы хотим посмотреть, как Саня тренируется в магазине. Как ты относишься к тренировкам в магазине, привет? А это акция вообще или как? Это каждую неделю, может даже чаще, во всех магазинах Рибок. Нормально. Будете стоять на пятках, лопатки свели и именно груди. То есть, если вы делаете вот так, это неправильно. Можно чуть поближе, наверное. Именно грудью, солнечным сплетением тянется стрит. Ну, в идеале, конечно, касаться его. Если не можете, то ничего страшного. Потом сможете. Кто не понимает как, можете попробовать. Вот. Это у нас третье упражнение. Потом идет уголок 10 секунд. Кто знает, что это, кто не знает, что это. Смотри. Издеваешься над ним, да? Молодец, молодец. Какое третье упражнение? Какое? Английский подтягивание. Лучше вот на той. Здесь у тебя будет слишком узкий хват, ты не сможешь нормально тянуть спиной. Не прогибайся. Тем интереснее. Не прогибайся в нижней точке. Ты потом на видеоблоге увидишь. Просто напрягай пресс на всем протяжении движения, у тебя должен быть напряжен пресс. Потная катка просто. Потная катка. В магазине-то. Смысл закручивать кисти на нем нет, а проворачивать. Можешь чуть пониже сесть. Да. Вот, молодец. Возьми с погрешки, держи.
Нет здесь магнезии. Что такое магнезия? Это суперсила. Это сила хорошо, что я сошла. Я думала, я буду притягивать. Че, как впечатленница твои? Я в магазине, брат. Держись, братух. Блин, это странно. Очень. А знаешь, что больше всего странно? Что люди пришли тренироваться в магазин, аж. Я бы не пришел в магазин тренироваться, потому что, ну, не знаю, это странно. Ты в курсе, что еще пришло какое-то огромное количество людей по сравнению с обычным? Сколько нужно мотивации, чтобы взять и прийти в магазин тренинги? Это дико. Это прям вот реально, это вот надо быть очень сильно замотивированным, чтобы в магаз прийти тренироваться. Поэтому огромное уважение вот всем людям, которые сегодня пришли. Вот прям вот клепеши, вот не знаю, как это даже сказать, вот очень сильные люди. Вот так, да. Итак, мы разгадали тайну людей, которые занимаются кроссфитом в магазинах Рибок. Это сотрудники, по большей части. Да нет, не по большей части. Там были Да, по большей части. Сотрудницы. Да. Дурак, Adidas и Reebok — это одна компания. Я знаю. Короче, их, походу, просто тупо заставляют. Да. А знаешь, какая есть шутка в Nike по этому поводу? Типа, а мы все равно крупнее. Реально, я не помню, мне кто так пошутил. Про то, что, ну да, типа, Adidas купил Reebok, а мы все равно больше, чем они вместе взятые. Смешные ребята в Nike работают. Я люблю банан. Вот так вот. Ну и поскольку мы каждый день новая площадочка, то вот вам площадка рядом с ТЦ Метрополис. Воу, наклеечка! Воу, наклеечка! Воу, человек! Гири спо... Ох ты ж! Да какая разница? Ты можешь делать с ними что-нибудь в маленькой амплитудке. Воу, чувак бежит в маленькой амплитудке. В общем, вот такая вот площадка рядом с торговым центром Метрополис, рядом с метро Войковская. Здесь все, что нужно. Турнички, перекладинки, отодранные наклеечки воркаут. Какая-то тварь их отдирает. У меня сегодня день отдыха, поэтому все, погнали в нескучный тренинг с патриотами. До встречи там. Почему та девочка сказала, что это не всадник? Стульчик. Ты думаешь, она разбирается? Может быть, всадник не это... Мужик на коне? Мужик на коне — это наездник. А всадник? А для нее, если она девушка, соответственно, наездница получается. Так. Окей, мы снова в нескучном саду. Отдыхаем от студневки и тренируемся. Может, она просто хотела, чтобы я называлась наездница, а не всадник. Второй. В Рибах это не надо было отметить вообще. Я просто не хочу, чтобы я такой встал, такой человек-листок. Осенний макияж. Осенний, как это называется? Осенний лук. Давай, все, расчистил? Чистил, давай, что делаем? Первый. Люди, которые смотрят видос, наверное, ну и кто здесь может стоять, ну ты, наверное, вряд ли. Не пойму. Ну вот, я же говорю. Давай. Начало у нас разминочное. Разминочное у нас 100 раз от пола. А 100 раз от пола за 100 подходов. Чего? Бред, да? Но это гениальный бред. Ты хочешь после каждой единички вставать? Да! Мы убедили Санька, что лучше вместо того, чтобы 100 раз подниматься, поиграть в лесенку. Кстати, это барбаринсовская лесенка. Привет! Давайте делать ее. Короче, вы делаете один, встаете полностью, делаете два, встаете полностью, так до 10 вверх. И затем вниз снова до одного, без дополнительного отдыха. То есть вы встали, снова в упор и продолжили делать.
А сейчас мы делаем так. Просто отжимаемся и все. Все очень просто. То есть отжимаемся тем видом, которым я говорю, не слезая. Наш отдых это планка. А какая планка, я тоже говорю. Ну, в общем, что-то подобное уже было, кто ходил, он понимает. То есть я там, допустим, ну, говорю, конечно, 5 раз обычно, мы делаем 5 раз обычно, говорю, стоим в планке. И все. А ты будешь говорить вначале, Саня говорит? Нет. Что все повторяли. Говорит Санек. Ну да, напомню. Встаньте, как удобно. Не, давай еще. Счетчик, ну вот так. Предлагаешь отдохнуть? Просто мы сейчас, допустим, делаем. Просто я говорю, упор делаешь и поехали. А что, как? Мы только начали, да? Да. Мы думали, что мы размялись, но мы не размялись. Поэтому сейчас будем разминаться. Посмотри, как Настя приседает. Очень плохо, Настя. Коленки выходят вперед. А ты посмотри на спину. Да. Настя, кто тебя так учил приседать? Что? Поправь. Я не могу. Ты приседаешь, как Егор танцует. Да я не видел, как Егор танцует. Мне достаточно того, что я видел, Егор. Спасибо, не то, чтобы я хочу. Это самый минимум, который я могу. Егорка, давай! Все знают, как это выглядит? Если нет, я расскажу. Все, да, знают? Да. Отлично. В общем, мы делаем сейчас... Небольшое головокружение зрителям. Один французский так, таким хват. Неправильно. После чего, не слезая, перехватываем, таким делаем два таких. После чего спускаемся, делаем три отжимания от пола вдоль тела руки. А, после чего... Мы не отдыхали, конечно. Возвращаемся, делаем 2 таких, делаем 4 таких, делаем 6 таких. И так до 5. Кто дойдет? До 5 вот таких. Да, до 5 нейтральных. Я понял. То есть будет 5 таких, 10 таких, 15 такого. Главное отжимание, чтобы... Мне не нужны отжимания вот такие. Это дерьмовые отжимания в этом плане. Это отжимание хорошо в другом случае, но не в этом. В этом у нас задача вынести трицепс. Чтобы вынести трицепс, нам нужно нагружать трицепс на отжиманиях. Поэтому мы делаем вдоль тела. То есть это будет несложно. Темп, никакого высокого темпа, ничего. Главное, чтобы вы тут не стояли по 50 минут в одном упоре. И там, ой, бля. То есть мне нужно нормально, то есть. Начал делать, делает. Все. Ну там, отдохнув, отдышался, пошел дальше. Больше не можешь делать, все, молодец, вставай, пропускай других людей. Потому что пока вы делаете, другие стоят и ничего не делают. А здесь максимум 4 человека могут делать. Здесь максимум, да, может вместиться 4 человека. Я буду делать на этих. Я на этих тоже. Потому что они прикольные. Так, мы сейчас сделали лесенку на... Ну, не лесенку на брусьях, упражнение комбинированное. Трицепсовое разгибание от столбов на брусьях, комбинированное с отжиманием на брусьях. То есть вы делаете 5 трицепсовых, 10 брусьев, затем 10 трицепсовых, 15 брусьев. Затем снова 5 трицепсовых, 10 брусьев, 10 трицепсовых, 15 брусьев, 5 трицепсовых, 10 брусьев. То есть всего 5 подходов таких. Суперсет из 2 упражнений для прокачки именно трицепса. Трицепса, я показываю трицепс. Вот, а сейчас делаем 5 подходов на максимум каждой трицепсовое отжимание либо от шведской стенки, либо от чего-нибудь низкого. Поэтому я думаю к нему. Вот такая вот прошла тренировочка с патриотами. Все довольны. Ты доволен? Доволен, да? Отлично, отлично. Ты еще на разминке говорил, что жестко. Сегодня упражнение это 100 отжиманий. Все делают от пола, я буду делать со скамейки. Опять, чтобы вверх груди проработать немного.
И на этом все на сегодня. Вот такой вот у меня день отдыха от 100 дневочки. Завтра буду делать круги. И тренироваться прямо на новой площадке. Увидимся завтра. Пока. Прогнуться надо или спиной прижаться? Прижаться. Прижаться спиной, по-моему, Сань, да? Да, прижаться. Ну что такое? Следи за ним, халтурщик. Антош, надо как более палку давать, короче, и вот так подходить. Так, палку, да. Антон, Антон от Беттера. Это полезно. Юба! Надо будет нам сделать про твое трение видосик отдельный. Еще минуты не сидим. Чтобы народ похардел его, как тренят. Не как эти девочки. Одна пошла. Еще бы девочки ходили. Мы будем над этим работать, Колян. Будем. Конкретно. А другие тебе не подойдут? Чего, я очень давно не растут. Походу нет. Еще. Сколько 360 панорамка? А, горит все. Мне кажется, когда на время смотришь тяжелее. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Поехали, что мы на втором деле.